прикольно, второй початок потоком. То есть хватает почти. Главное, что никого не пьет. Меня выжимает. И тем более такой херни. О, я теперь, к сожалению, зарепорчу. Я стараюсь. Я на одной рукой не удержусь. Эй-эй. Зашарь там, пожалуйста, куда-нибудь. У меня всегда фигово получилось, по-моему. Ну не знаю, в Твиттер зашарь куда-нибудь публичный. Ну и... О! Какие-то выступили? Так и напиши. Ну раз кто никогда такую жизнь вел одной рукой, показываем эту фигню. Ну сам расшарь ссылочку, что ты, я же говорю, не вышло. А, вышло? Типа того, да. Только напиши какой-нибудь поэпичней описание безумной гонки про Лоло. Чтоб мне не слышно было ехать. А то у вас всего трое пока. Разобранная витрина не даст. Шоу минимум минута 20, мне домой ехать далеко. Гонки, окей. Нарушим, видимо, нарушим. Сейчас я написал, я пофигу. Я злостно нарушаю его.
Мне пришло сообщение в Твиттер. Интересно, на чем же оно? Давай, Ниссан, вылезай. Желтенький и зелененький. Стоянка для гостей, гостиница и друзей дружинец. Видимо, охранник гостиницы. Это, видимо, паркомат, я не знаю. Я теперь не куплю пиво без палева. Меня все запалят, потому что покупаю пиво в шаурму. Ну, кстати, сейчас градусник потока на 100%, а пока ехал мимо почты, он там падал до единицы вообще. Потому что я думаю, от сотовой сети все зависит сильно. О, мы едем в пробку, где я смогу проявить свою всю удаль, так сказать. Главное, чтобы мне рука раньше отвалилась, когда до того, как я закончу ехать. А интересно, чем он жмет? Это же потоки должно быть написано где-нибудь в файлике в основном. ФЛВ контейнер. О, нас уже двое. Кто же там еще пришел ко мне? Ну, у меня же, говорю, градусник висит на столике давно. Где-то с рынка. Нет, было трое, потом был один. А потом стало опять двое. Ох и пать. И... А, окей. Я думал, он такой же, как Квашкай. Квашкай! Бип-бип! Квашкай, там так и встал. Такси, ой, как бы такси. Да, 6 часов ровно, это офигенно, красавцы, самое лучшее. Полезть, не полезть. Извините. Пропустите.
Спасибо. Уй, стоп, опять стрим упал до двух. Тяжело идти. 3G у меня написано Х. Видимо, ХСПДА все-таки. Я. Сейчас я поеду на ружье второй за раз. А, за день. Тут нам зеленый, но он короткий. Свернем, что ли, здесь? Нет, не свернем. Пропустим Жигуль. А, в общем, может, проблема. Может, антенну закрою? Нет, сигнал полный. Видимо, локально загружена сеть. Людьми, которые смотрят интернет и пробки. Но мы не смотрим, мы показываем. Когда был 1 кадр в секунду, у меня показывало 1% от потока. Потом это будут специалисты на рассмотрение ДТП. И говорит, что парень сам с собой всю дорогу болтал. Он явно псих. Нам зеленый дали. То, что вы сейчас не видели, это было снимание пушки. Это было страшно. Желтый, зеленый, зеленый. Я не знаю, где будет по лужам. Вернее, если будет нормально. Брода не дует так, как говорится.
А я полезу подальше от рыночных машинок на тротуар. Ну, почти не используется пешеходами. Много все уже офигенное. Потулочки. Надо крепление напрячь. Там у нас фонтаны и реки разливанные. Там ехать не хочу. Это да, он так и должен. Жалко скорость не пишет. То есть теоретически поднимать толщину канала по толщину потока можно. Вопрос зачем? И насколько мы не ставим. Ну теперь это завод. Значит, два забора. Кнопка с нами камчали, по идее, за. Короче, втыкает его. Не дает ему песни, что отец писать. Еще лузеры. Секрет внизу вот. Я просто выбираю все. Блин, а может какой-нибудь дебильный проект замутить, типа съемки кинофильма при помощи стрима? Ололо. Судя по этим брызгам, заливает аж на тротуар. Проблема этого водного дня в том, что дорога построена неправильно, и центр дороги не поднимается над краем. И лужи, соответственно, каплются по всей дороге, и должны там в течение N секунд стекать в край. К бордюру, а у бордюра всех сливать, соответственно, в ливневую систему. Дорога должна быть сухая практически. Рекламу на канале. Вот канал падает опять. 20% 30%. Кстати, на Блике тоже бывают лужи. Сейчас не покажу. А вот я шел на работу, где там были такие молодец, где качественные цирковые. 20 минут прошло и 65% батареи осталось. О, он подергал мой GPS. Надергал его.
полетел самолетом. Начал практически с тобой, 95 или 90, ну что-то такое, потому что телефон я заряжался для выхода с работы. 1% потока. Да, электрик ЦД, да. Электрик это такое ощущение. Торговая марка практически. Туда, причем, палок 5. Пакеты на месте не стоят. Однако потока всего 2% идет. Сейчас мы вратим задачу телефона. Ну, пока на черный экран, может ему хватит подумать. О, Марс пошел. Ну, разбитый еще плюс номерок. Там явно больше не по стулку, потому что там трактор вон застрял. Делаю я как Мазда примерно. Буду Маздой. Только мне. Интересно, этот трактор, наверное, ищет ливневку своим маневром этим хитрым. Мазда уже съехала. Ну вот, примерно, ну... А, ну это не Сарлужина. Сарлужина, Воронеж находится на северо-востоке города, на левом берегу. Там можно въехать примерно по середину Рудятова. Продолжаем нарушать, двигаться тротуаром. Мы когда-то не выбрали на как обычно. Пробуем выбраться на дорогу. Я думаю, даже выберем. Вот он выбрался, чтобы... А, уехать на место для инвалидов. Молодец. Прям горжусь тобой, что... Ну вот, да, на северо-востоке Москвы, Москва-Воронеж, примерно такая же ерунда. Гляньте, вижу таксист, редкое явление. Мой ворот налево. Я уговорил, я не против. Ой, красненькая лампочка сгорела в светофоре. Это очень печально для меня. Опять нарушил, а? Мне негодяй. Хочу без лепешков заходить. Я стараюсь сидеть на самом деле. Только пешком. Только не по этой лужи.
карман. Вот так выглядит, вот и вот так. Чтобы автобус мог подъехать нормально к остановке и попросить пассажиров внутрь. Обычно так делают. Теперь опять канадская пробочка. Это чего уж там. Окей, я буду молчать, когда выпадет канал. То есть его даже на руки лично хватает, ну, что поделать. Видимо, застройка идеальна, в смысле, что терапульчик 2. Один процент. Ну, я считаю, это здоровый компромисс, когда звук идет, а видео нет. 1%, 2%, 3%, 2%. 1%, 1%. Вот что это за странный подъезд? Вот что, критично так было подъехать, да? Второго ряда, к сожалению, тут не придумали ни гибачок. 1%. 1%. Так, попробуем. Никто реально не обращает никогда. Тут типа так. Ну, Форд или Форд. Никто? Ну ладно. Это ли уже полторы полки, не ваши, не наши. Не выжимайся тут. Ты же концерн далеко не увидишь. А я уеду. Вот перенос и хоть такой боец. И меня даже поговорил. Я в
шкалы, скорее всего, от пробега жилой дома по кругу. Потому что шкала именно сигнала 5 баллов устойчивая. Сейчас вообще бедокла едет справа. Никуда не пойду, уже желтый горит. Чувак, без зеркала, куда направо хотел повернуть? Вокруг чего? Куда, зачем? Мигающий зеленый полтора линия, точно помню. Она хочет быть здесь вот. Пол батарейки осталось, 30 минут в эфире. Вопрос, насколько влияет передача данных на разряд батареи. Стоит нарушение, продать машину вот в линии, но даже с другой стороны. Мне так 4000 кажется. Нарушитель чуть-чуть. Ну, конечно, гораздо веселее, чем ехать просто дать видео записывать, потому что типа, живые люди с тобой общаются, что такое. Полезно. Приятно. Опять же. Это Куркот. Знак. А что стоим, когда всем зеленый? Во! 100% точно. И опять падает за 40%. Что ж такое? 20, 10, 8, 5, 1, 4%. 12, 20. 50 почти процентов. Вот как ни странно, знаешь, когда прижимаешь в камеру майки, поток видео снижается до нуля. Он почему-то подпадывает сеть, или мне кажется, так приятно, где обманывают. Или совпадение такое случайное. Два зрителя? Вау! Привет, дорогой второй зритель. Я уже почти приехал. Хо-хо-хо-хо. 100% канала. Давай, 70. Я каждый раз пугаю телефон, он роняет скорость. 30-40, 50, 70, 80, 90, 80, 70, ага. Это борьба за каждый байт этого канала. Я грязная машинка. Продолженная женщина. 40% канала. Процентов канала.
Урал, парк Цена Икс. И опять все спортивные каналы. То есть вот как будто... Нет, нет, меня хлопит меня. Слева от меня, на самом деле, жилой дом громадный. Он может даже сжирать всю сеть. То есть там есть пользователь мобильного интернета от компании Beeline, которая не является нашим всего лишь спонсором, потому что я им плачу за 5. Даже не забывайте, что это самый тощий поток. Точнее, может быть, только без звука или без видео. И мы пересекаем финишную линию. Ей! Ну так, на самом деле, это же дорого, конечно, пешком. Отдельно по сфере. Сейчас я припаркую велик у подъезда и пойду по себе жатву тоже в прямом эфире. А, надо купить терапушечку, пока я не умер. Одену мокрыми сплать ботинки. О, 2%. 5, 6, 7, 8. О, мокрые ботинки, я спрячу в камеру хранения в магазине. Гениальное решение. Камера, привет. Лежи здесь. Никуда не уходи. Я с тобой сижу. Я беру свой модный велозамок. Куплю за 200 рублей в магазине. И цепляю его прямо к забору. И шмыгаю носом, чтобы подлечные сопли еще не прошли. Поэтому нужно купить терафлюшечку. В аптеке забинал, потому что нала еще нет. Замок зацеплен. Позаветри гонять, что ширина потока 2%. Видимо, он поднимался, потому что было в картинке 0. О, 30%. Даже хорошо. Запомните его молодым. Сейчас мне из магазина выгонят, потому что снимаю видео в магазине. Скорее всего. Поэтому не буду с вами разговаривать, дорогие друзья. Два дорогих друга. Я буду вас бесполезно носить с тобой в кармане. Нет, в руке. Куда? Как-нибудь, чтобы вас не тошнило сильно в процессе. Так, пробуем трюк с камерой. Реально действует на самом деле, когда выключаешь камеру физически, закрывая картинку, у него поднимается скорость канала. Видимо, ему начинает хватать. Я так и думаю. Богатый бухлочный. Стрикадельки. Где вы? А, вот стрикадельки. Нагельцы. И нагельцы.
Очевидно, да. Может, мы ее подсказать, чтобы они сами ее включали. Упс. Почему такая смешная? Что ты пишешь? И хлебцы еще, хлебцы. Тихо, ну ладно, раньше были картинки. Картинки кончились. Девушка, не уезжайте. А, вам нужно. Спасибо. Так, это я купил. О, пить кофе. Натуральный кофе.